Крупные футбольные турниры среди детей во Владивостоке бывают нечасто, а юных спортсменов здесь хоть отбавляй. Именно эта мысль не давала покоя организаторам новоиспеченного Кубка Золотого Рога. В этих окружных соревнованиях на одной площадке удалось собрать 10 детских команд со всего Дальнего Востока. 10 команд разбито на 2 группы по 5 команд, и в рамках этих групп команды сыграют в круг. После этого лучшие команды из групп попадут в полуфиналы, после чего уже будут разыграны матчи за места. Турнир проходит в 3 дня, то есть первые 2 дня это игры в группах, сегодня и завтра, а в воскресенье состоятся финальные матчи. Во Владивостоке собрались лучшие детские команды местного Луча, Хабаровский СКА, Находкинский Океан и другие именитые клубы. Отбор жесткий, проходных соперников нет, но помогает группа поддержки, которая, конечно же, состоит из родителей игроков. Для мам и пап такой турнир – это возможность вживую посмотреть, чему научился их ребенок в футбольной школе. Похвастаюсь, уже 4 года мы играем в команде «Луч Энергия». В том году мы привезли золотую бутсу с турнира «Питер-Лада». Да, мы были в Питере в том году. И надеюсь, что мой ребенок, ему очень-очень желаю, что он будет продвигаться в его любимом виде спорта. Идея дальневосточного турнира пришла в голову Сергею Левошко. Он, будучи тренером детской команды «Луча», в прошлом году ездил с ребятами на Junior Footballer Cup в Санкт-Петербург. Крупнейшие футбольные соревнования в России показали тогда приморцам, что развивать этот вид спорта нужно только турнирами и только на открытом воздухе. Но такой возможности без поддержки спонсоров или краевых властей нет. У нас нет манежа. Мы вот сейчас вот солнце уйдет, снег и все, мы в этот спортзал. Это совсем другой футбол. Мы теряем просто по 5-6 месяцев каждый год. И когда мы в том году обыгрывались Дюшор, там очень хорошие команды. А в этом году уже была видна разница, как они прибавили, потому что они зимой в манеже, все на поле, а мы в зале. Сам кубок будет идти вплоть до 20 августа, когда лучшие команды разыграют первые 3 призовых места. Соревнования в целом собираются сделать традиционными. В следующем году, по словам организаторов, турнир смогут посетить уже и команды западной части России. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков, новости спорта на 8.